18 мая – Международный день музеев. В преддверии этого праздника в культурно-выставочном центре «Радуга» состоялась акция «Музеем правят дети». В рамках акции впервые экскурсии по залам «Радуги» проводили дети, воспитанники дошкольных и школьных образовательных учреждений столицы и Новочебоксарска. Плечом к плечу с врагами бились. Три богатыря – Алеша и Добрыня и Илья. Воспитанники детского сада номер 14 провели поэтическую прогулку по экспозиции русского зала Третьяковской галереи. Малыши прочитали стихи о знаменитых картинах «Утро в сосновом бору», «Богатыри», «Всадница», «Грачи прилетели», «Московский дворик». А героине картины Валентина Серова «Девочка с персиками» ожила перед зрителями. Историю создания шедевра рассказала Диана Малярова. Галерея «Радуга» в этот день дети посетили виртуальные залы Михайловского дворца, увидели природные камни Урала, Забайкалья, Поволжья и поучаствовали в экспериментальной игре «Свойства камней». Такие акции очень нужны, очень важны. Они помогают и нам, и детям раскрепоститься, познать больше художественный мир, узнать лучше картины художников. Школьникам была доверена и почетная миссия. Они рассказали посетителям галереи о тайнах творчества Микеланджело, о загадке Джоконды Леонардо да Винчи, о спасении Сикстинской Мадонны Рафаэля и ответили на многочисленные вопросы посетителей. Нам, взрослому населению, было очень интересно наблюдать, с какими эмоциями и с каким интересом дети рассказывали о картинах. И как их ровесники тоже реагировали на эти рассказы. Я полагаю, что данная традиция приживется в нашей республике, и примеру «Радуги» последуют и другие музеи нашего города.